вкладчикам Чувашкредитпромбанка, тем, у кого вклады больше застрахованной суммы, начали возвращать деньги. Сегодня об этом на заседании Кабинета министров сообщил в РИО главы Чувашии Олег Николаев. Уже полностью сформирован комитет кредиторов. Он будет обеспечивать максимальный возврат активов жителям и предприятиям республики. Агентство по страхованию вкладов, по словам министра финансов Михаила Ноздрякова, уже выплатило более 2,5 миллиардов рублей более чем 11 тысячам вкладчиков и более 1000 малым предприятиям. На сегодняшний день в первую очередь реестр требований кредиторов включено 340 кредиторов с объемом 2,6 миллиардов рублей. Ну и за счет тех средств, которые на сегодняшний день были саккумулированы в конкурсной массе, уже произведена на сегодня выплата 264 кредиторам в общей сумме 1,6 миллиардов рублей. То есть это плюсом к тому, что было выплачено в рамках страховой ответственности. Сейчас остается еще порядка 40 кредиторов, которым необходимо перечислить около 9 миллионов рублей. Напомним, что лицензия у Чувашкредитпромбанка была отозвана 7 ноября прошлого года. Банкротство финансовой организации стало одним из резонансных явлений для региона. В банке хранили средства как физические, так и юридические лица, предприятия республики и прежде всего жилищно-коммунальное хозяйство. Ситуацию с выплатами держит на личном контроле в РИО главы Чувашии Олег Николаев. Для решения вопроса он еще в марте провел встречи с руководством госкорпорации Агентства по страхованию вкладов, которое было назначено конкурсным управляющим. Олег Алексеевич Николаев первых дней после назначения исполняющего обязанности главы республики активно подключился к решению этой проблемы, наладил активное взаимодействие с конкурсным управляющим, благодаря чему в республике очень быстро были начаты выплаты вкладчикам, физическим лицам и субъектам малого предпринимательства в размере установленного законодательства до 1,4 миллионов рублей. Конечно, пристальное внимание обращалось на инвентаризацию активов банка и формирование средств для возмещения остальным вкладчикам за счет реализованных активов. И сегодня действительно можно сказать, что около 62% всех вкладов уже выплачено всем, кто имел счета в данном банке.